লব্ধ্যা সুদুর্লভমিদম বহু সম্মমান্তে মনুষ্যমর্থদম নিত্যমপিহ ধীর তূর্ণম যতেত ন পতেত অনুমিত্য যাবত নিঃশ্রেয়সায়ঃ খলু বিষয়ঃ সর্বত্র সাত। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ জগৎগুরু টোল্ড Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что любые наши предостережения, которые мы предпринимаем ради нашей безопасности, это ничто. Гаудия Гоштхипати Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что любое количество защиты, которое мы пытаемся как-то взять в своей жизни, чтобы обезопасить свою жизнь, но все это ничто, это все бесполезно. Все в этом материальном мире, во всех этих 14 материальных мирах. Все нестабильно, все не вечно. Мы не можем это сохранить. Наше тело, ум, вещи, которые связаны с телом, все это не вечно, это все умирает. И мы не можем защитить наше богатство, имя, славу, все это уходит. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад и в то же самое время Шрила Сачитананда Бхактивинода Такур, они снова и снова предостерегают нас, дают совет обрести сатсангу. Они дают нам снова и снова такой совет, чтобы мы обрели, чтобы мы пытались получить сатсангу. Без сатсанги мы не можем пересечь этот материальный мир, что говорить о том, чтобы обрести вечное служение в вечном духовном мире. Мы даже не можем пересечь этот материальный мир без садусанги. И поэтому те, кто в Раджавасе, они поют этот прекрасный киртан. Он очень прекрасен, не все понимают язык, но и вот в этом киртане поется, что сатсанга – это единственный путь, с помощью которого мы можем встретиться с Кришной, с Бхагаваном. Если вы хотите встретиться с Бхагаваном, то есть единственный путь. Вы должны принять прибежище у трансцендентной Харикатхи, у Апракрита Шабда Брамы. И не приняв прибежище у Апракрита Шабда Брамы, трансцендентного звука, никто не может пересечь этот материальный мир. Это невозможно. И на самом деле чтобы обрести сатсангу, это не шутки. У вас могут быть деньги, вы можете быть очень могущественны и можете обрести сатсангу, но это не так. Сатсанга – это не шутки. Если вы достаточно удачливы, у вас достаточно сукрити, то в этом случае, по милости Верховного Господа, вы можете обрести шанс обрести сатсангу. И даже обретя сатсангу, если вы не сможете понять, что это настоящая сатсанга, то это вдвойне опасно, поскольку вы можете превратно понять какого-то саду, будете думать, что это не сатсанга. И поэтому Шрила Бхактивинода Такур говорит, если мы думаем, если мы думаем про настоящую сатсангу, что это не сатсанга, то это опасно. И также опасно
принимать асат-сангу за сат-сангу. Эти два варианта, они оба опасны. И наставление в Шримад-Бхагаватам Махапуране таково. И вот здесь слово «уктиби» значит «правачанандиби», что с помощью харикатхи саду они могут помочь нам избавиться от наших привязанностей, обусловленности, которые находятся внутри нашего сердца. И вот с помощью этой сильной харикатхи можно избавиться от всех привязанностей, от всех оков внутри нашего сердца, если мы достаточно искренне, и если мы предадимся полностью. И я много раз говорил раньше, вот на примере Шаури и Джаджати, Шабари, точнее, вы знаете, что было с Шабари? Она была в двойной опасности, поскольку она совершила оскорбление в адрес лотосных стоп Гаруды Бхагавана, и в то время и вот из-за своей обусловленности она совершила оскорбление, и ее Гаруда проклял. И хотя 60 тысяч лет она совершала баджа, но все равно из-за этого оскорбления она вынуждена была пасть. Не все, не то что все, мало кто принимает серьезно харикатху и процедуру баджана. И если вы по-настоящему серьезно примите все это, то тем временем ваше сердце может измениться. А если вы ходите там и здесь, слушаете непонятно что, пытаетесь, то это плохо. Нужно пытаться прояснить, что нам нужно. И вот если мы совершаем внутри асат-сангу, те, кто по-настоящему разумны, они никогда не стремятся к асат-санге. Совершать асат-сангу — это плохо, так или иначе, это очень плохо. Коронавирус, как можно им заразиться в своей жизни, много вариантов есть. Нет никакой гарантии, как избежать его. Этот вирус неверия гораздо хуже, чем этот коронавирус. Кто-то думает, что совершает сатсангу, но это может быть асатсанга и может стать причиной вашего падения, вашей деградации. И последствия этого будет деградация вашего сознания. А мы должны надеяться, гуру Вайшнавы, точнее, они, благодаря общению с ними наше сознание развивается. А если оно деградирует, это говорит о том, что мы совершаем асатсангу, иначе это невозможно. Или если вы совершаете сатсангу и также асатсангу, из-за этого ваше сознание деградирует. И вот здесь слово «усриджа» значит полностью избежать. Your eyes cannot go, your ear cannot reach up to that point through outside. И вот мы должны полностью избежаться, избавиться от асат-санги, поэтому Брахма говорит,
Гене Прадасьям Удапасья, то есть полностью он отказался от попыток своего ума, чтобы постичь Верховного Господа. Он понял, что это все бесполезно. И поэтому, вы знаете, этот Верховный Господь Парад Паракхилешва пришел в этот материальный мир к нам в различных формах. Иногда в форме сатсанги, садусанги, иногда в форме имени, святого имени, иногда в форме в какой-то другой форме, в форме Экадыши Враты, например. Кришна Джанмаштами, Радхаштами, Картика, Пурушоттам Враты. И в других различных формах Господь приходит к нам, чтобы помочь нам, чтобы вы избавились от материальной обусловленности и прогрессировали дальше. И вот избавиться от материальной обусловленности — это не так сложно на самом деле. Я знаю, для многих это очень великое достижение, но на пути процедуры баджана это не что-то такое великое. Если вы хотите спорить, пытаться как-то избавиться от материальной обусловленности, и вот если всю жизнь вы потратили на борьбу с этой обусловленностью, то что толку? И это обычно происходит из-за того, что люди не могут всем сердцем принять наставление Гуру Вайшнава без всяких сомнений. И вот то, что говорят Гуру Вайшнава, это несомненно правильно, и мы должны следовать этому. И в форме Пурушоттам Враты, Картик Враты. Картик Врата значит Уджа Врата, Уджешвари Радхарани. И эта врата названа в честь Радхарани, и поэтому она называется Уджа Врата. И сегодня мы отмечаем Адхиваститхи Пурушоттам Враты, сегодня предваряющий день Пурушоттам Враты. И перед тем, как начать соблюдать Пурушоттам Врату, я расскажу о ней, что нужно делать, что не нужно. И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, чтобы избежать сатсанги, это не так просто. Не все могут понять, что это асатсанга. И в этом главная проблема. И вот Шрила Прабхупад дает такое наставление. Если асатсанга, асат, если у нас есть какое-то представление об асате, о ложном, а не вечном, и если это то есть кто-то думает, что асат — это какие-то греховные действия. И вот то, что асат, в читании Чайтамрите говорится, асат санга тяг и вайшнав ачар. Первый признак гуру и вайшнавов в том, чтобы избегать асатсанги. И поэтому в читании Чайтамрите есть такое наставление, такой указ, то, что асатсанга тьяка и вайшнав ачар, то есть вайшнав тот, кто полностью отказался от асатсанги. Это главный признак вайшнава. И если я буду аналитически рассуждать над этим утверждением, то действительно, вся эта процедура, как избавиться от асатсанги и принять сатсангу, вот вокруг этого вращается. И вот
Шрила Прабхупад говорит, если асад-санга была бы связана только с какими-то греховными действиями, то есть, может, кто-то какой-то грех совершил, и поэтому он асад. То есть, кто-то так думает. Но Шрила Прабхупад говорит, что асад-санга не значит, что кто-то совершает только какие-то греховные действия. Это не совсем так. Асад-санга также может покрыть вайшнава-апарадхи. Это тоже асад-санга. То есть асад-санга, она не только с грехами связана, а также с вайшнава-апарадхами. И вот греховные действия, они связаны с нашим материальным телом, умом и всем остальным, и как тонким, так и грубым телом. Но апарадхи связаны с дживатмой. И вот если грехи на тело действуют, то оскорбления апарадхи непосредственно на душу, они заставляют деградировать душу. Вот эта шлока из Упанишад, здесь говорится, что атма внутри вас, но вы не чувствуете. И вот вопрос пришел от преданной с Италии, и она спрашивает: дживатма и параматма, они всегда в нас находятся, даже когда мы достигаем уровня совершенства, тогда она тоже присутствует или нет? Но в Упанишадах говорится, и вот в Шветашватаре Упанишад и других говорится то, что параматма, она никогда не оставляет дживатму. Вечно Верховный Господь, Он всегда находится внутри дживатмы, как ее подлинный друг, настоящий друг. И поэтому мы не можем избежать этой параматмы. Какой-то пандит из Вриндавана лет 16 назад спросил меня: «О, Махарадж, когда дживатма отправляется в ад из-за своих греховных действий, то параматма тоже с ней отправляется?» Вопрос интересный очень. Я сказал: «Вы сомневаетесь в чем-то?» И вот он сказал: «Зачем параматме в ад отправляться?» И я сказал, что он не понимает значения параматмы. Вот в этом стихе описание вездесущего Верховного Господа, Верховный Господь, Он находится везде, Он вездесущ. Даже в каждой пылинке можно найти Верховного Господа, если у вас есть такая вера. Кришна может явиться из любой пылинки. И вездесущий Верховный Господь значит везде и во всем, даже в пыли, в каждой пылинке. И этот ад где находится? Он внутри этих 14 миров. Есть юг. Вот четыре стороны света. Вот, например, здесь юг, там север, там восток и запад, соответственно. И вот описывается в Писании, что если
атом, по-моему, на западе где-то, его там 99 юджан отойти от земли, и там обитель Ямараджа, там, где Ямарадж наказывает всех провинившихся, и эти дживатмы, которые оставляют свое тело, они всегда забираются ямадутами согласно их неправильным действиям, они наказываются очень быстро. И это расстояние, как они преодолевают его за короткое время. Когда они, кто-то оставляет тело, то в этом случае они дают джатанамой шаю. Например, вроде человек оставляет тело, а как он наказание может получить, если тела его нету? И поэтому, то есть души без грубого тела не могут быть наказаны как следует, и поэтому после того, как душа оставляет тело, она попадает в другое тело, джатанамой шарир, какое-то такое не вечное, но на время наказания это тело им дается, благодаря которому они чувствуют всю боль от всех наказаний. Джатанамой шарир называется. То есть оно временно, но такое для этой цели оно и дается. И вот души получают это тело и получают все наказания в нем. И вот вопрос. Если параматма не оставляет джиматму даже в аду, то кто-то спросит, зачем параматме в ад отправляться. Но что такое ад? Ад — это то место, где наказываются какие-то души за свои прегрешения. А Верховный Господь, Он вездесущ, в каждой пылинке Он присутствует. Где нет Бхагавана, и что плохого, если Бхагаван, Он будет в аду, поскольку Он друг дживатмы. То есть Он не страдает, а просто наблюдает. И когда дживатма, то есть смотрите, когда дживатма попадает в ад, параматма тоже находится вместе с ним. И вот и параматма, она также говорит душе, что смотри, что получилось из-за того, что ты делаешь не то, что я тебе говорю. И вот поэтому в Бхагавад-гите мы находим такие слова. Почему дживы, они очарованы майей? Параматма, она никогда не берет ответственность за наши греховные дела. И за благородные дела она тоже не берет никакой ответственности. Все это остается с нами. Но вайшнавы, они не заинтересованы как в благочестивых, так и в греховных делах. Они выше всего этого. Я могу сказать то, что говорил Рагхунатх Дас Госвами по этому поводу. И вот Верховный Господь говорит, что любые действия, которые мы совершаем, это все наше, все последствия, они приходят непосредственно на нас. Все, что мы делаем, неважно, видит кто-то или не видит, все это записывается, параматма наблюдает и плоды этих действий потом посылает нам. И вот все, что мы делаем, Верховному Господу нет до этого дела, а Верховный Господь может помочь нам только тогда.
он поможет помочь нам увеличить наше сознание через гуру и вайшнавов. И тогда, когда наше сознание оно полностью распустилось, полностью открылось, проявилось, то в этом случае уже никаких проблем нет. Развитие сознания значит то, что мы совершаем сатсангу и избавляемся от влияния майи, хотим совершать вечное служение Верховному Господу, и в этом такова процедура. И если какая-то дживатма достигает совершенства, и вот она совершает баджан, и когда избавляется от обусловленности, обретает совершенство и сварупу в духовном мире, и потом уже продолжает совершать севу в том духовном мире. И параматма, она пребывает везде, где ее только нет. Но есть различия, как Радхарани. И те гопи, они проявление тела Радхарани. И эти гопи — это проявление тела Радхарани. И также из Баладева исходят и вот из Баладева Севаки исходят. И когда я буду говорить о о сварупе дживы, я тоже буду говорить об этом, это очень важная тема. И там можно увидеть, что от Баладева все вещи из Баладева исходят, вечные слуги Верховного Господа Майя, на них никак не влияет, они не знают даже о ней. За все бесконечное время они не знают, что такое майя. И поэтому они вечно заняты своим служением. Они приходят и исходят из тела Баладева, совершают вечное служение там. И вот Бхагаван, он присутствует везде, но вопрос параматмы, особенно в этом материальном мире, и когда кто-то достигает совершенства и обретает место на духовных мирах, вот, например, что такое йогические совершенства? Йога-сиддхи значит, если вы совершаете йогу, то в итоге вы встречаетесь с параматмой, вы видите четырехрукий образ параматмы в своем сердце. И когда йоги встречаются с Верховным Господом, то это зовется йога-сиддхи. И те, кто гьяни, они обретают совершенство. Какое совершенство? Безличное сияние Брахмана. И вот что Кришна говорит, Кришна говорит, что я основа этого безличного сияния Брахмана. И те дживатмы, которые совершают гьяна садхану, после этого они достигают совершенства, как правило, такого бесполезного совершенства. Они просто сливаются с этим безличным Брахманом. Я уже пример приводил несколько лет назад. И в Ведастути также это описывается. Если я буду обсуждать Ведастути по милости гуру вайшнавов, это очень запутанная тема из Веданты. И вот пример я привожу. Если какая-то птица
Ну, вот зеленая птица, она сядет на ветку дерева с зелеными листьями, то тяжело заметить птицу, нужно присматриваться. Эту вряд ли мы ее заметим, но это не значит, что эта птица полностью превратилась в листья дерева. И вот мы можем очень много узнать, и мы должны продвигаться дальше. Если мы заняты какими-то мелкими вещами, то когда мы достигнем этого высокого уровня, у нас должен быть великий энтузиазм к совершению баджана. Если мы заняты только какими-то мелкими бесполезными делами, то что толку от этого? Мы должны всю свою энергию посвящать баджану, а не даже не 95%, а полностью. И не только нашу энергию, все, что у нас есть, мы должны посвятить Верховному Господу, наше образование и все остальное. Все мы должны предложить лотосным стопам Верховного Господа. И поэтому в этом киртане Шрила Бхактивинода Тхакур Шутя говорит, что не каждый может это сделать. Я много раз говорил, что Шрила Бхактивинода Тхакур написал так много прекрасных киртанов, Шаранагати в частности. Если вы будете их петь, то вы достигнете успеха, но не все это делают. Я сказал, что очень благоприятно повторять, читать Чайтанья Бхагавату, по крайней мере, хотя бы страницу каждый день. Шрила Бхактивинода Тхакур не говорит одну страницу, а просто говорит, нужно каждый день изучать Чайтанья Бхагавату, и без этого вы не сможете обрести бхакти, это не так просто. Даже если вы на какое-то время прекратите, можно даже прекратить читать Чайтанья Чаритамриту, но нужно читать Чайтанья Бхагавату, которая более полезна для нас в этом обусловленном состоянии. И вот Бхагаван приходит в форме Чайтанья Бхагавата, Чайтанья Чаритамриты, и мы можем получить этот трансцендентный звук шабда татву Верховного Господа в форме звука. Это Сакшат Кришна Эвахи, это никто иной, как Кришна. Кто-то может видеть, что это книга, но нет, это Бхагаван Шри Кришна Парад Парахилеша в форме трансцендентного звука там присутствует. Шукадев Госвами говорит, Шримад Бхагавата Махапурана не это не что иное, как сам Шри Кришна. Сакшат Кришна Эвахи. Эва значит подтверждение, что наверняка Сакшат Кришна Эвахи. И также Шрила Бхактивинода Тхакур просит и дает наставление нам, что мы каждый день должны изучать Чайтанья Бхагавату, не тратить свое время зря, и после этого у нас может быть. И вот в этом киртане описывается предание. Кто-то такое частичное самопредание проявляет. Я знаю об этом, но далеко не каждый может полностью предаться, и поэтому в этом есть проблема. Может, я вот вчера говорил, что есть, может быть, множество анардх у нас, неблагоприятных качеств. Это не такая проблема большая, но проблема в том, что есть вы двуличие и лицемерие. Это гораздо хуже. И вот сейчас в ответ на вопрос преданных из Италии, если Верховный Господь вездесущ,
и... So, Supreme Lord is everywhere. So, if you speak about Jivatma Paramatma, this, you know, so, if from Vallabhi Maharaj, you know, Sridham, Sudham, Usudham, you know, eternal person of Krishna coming, если из Баладева исходят вечные спутники Кришны, слуги Кришны, точнее, то они отличаются от жителей этого мира, от простых душ. Они другие. Они практически не отличны от Баладева, это его проявление. Но те дживатмы, которые достигают успеха, достигают совершенства баджани. Что я хочу сказать? Вот те, кто нирвишеш вади, те, эти имперсоналисты, они думают, что могут достичь брамы и стать брамы. Но никогда такого не происходит. Есть много свидетельств обратного. Даже из лекции их ачарьи можно найти несоответствие. Если они будут спорить, я могу поймать их и разоблачить их философию. Вот они, например, пишут, что Шанкарачарья опять родился, но если последовать их же учению, то если человек достигает безличного брамана, он там растворяется, то родиться ему второй раз этой же личности невозможно. И то, что Шанкарачарья пришел второй раз, это говорит о несостоятельности их теории. Дживатма никогда не может стать единой с безличным браманом. Но она может качество его иметь, как капля океана, она не океан, но по качествам она похожа на этот океан. Вода такая же, но в меньшем количестве. И вот те майвади, которые игнорируют служение лотосным стопам Господа, они опять падают в этот материальный мир. И вот Прабхупада Сарасвати Пад говорит, что такие люди, они нарапашу, они как люди, но животные по сути. Которые заявляют, что они достигли совершенства, но игнорируют служение лотосным стопам Верховного Господа, и такие люди всегда падают со своего положения вниз. И вот в этом киртане Наротама Такура описывается вся Гаудия Сиддханта. И вот дживатма, когда она достигает совершенства, она обретает чит-шарир такое. И вот когда они обретают чит-шарир, то в этом случае параматма тоже не оставляет их. В материальном мире нельзя, в материальном теле нельзя войти в духовный мир, и поэтому те, кто достигают его, они меняют свое тело на духовное. И сейчас я возвращаюсь к тому, что хотел сказать Шрила Прабхупада нам, то, что асатсангана очень опасна в этом Пурушоттам месяце. Почему Пурушоттам врата, Картик врата, Экадаш и различные другие обеты, они помогают нам обрести нитья севу.
И поэтому Пурушоттам Бхагаван Парад-Пар-Архилешвар приходит в различных формах, чтобы помочь нам избавиться от материального рабства и получить вечное служение в вечном духовном мире. И вот Шрила Прабхупада предостерегает нас, что Асатсанга Тьяг и Вайшнавачар — это хорошо. И вот Асатсанга Тьяг, но все же есть категории этого. Асатсанга, она не вся одинакова. Какая-то асатсанга может быть связана только с какими-то греховными деяниями, а греховные действия связаны с умом, телом и тонким телом. Но оскорбления, они вайшнава апарадхи, они влияют на душу, на дживатму. И поэтому от грехов можно как-то избегать. Если мы повторим хотя бы одно имя Кришны, намабхас, то не настоящее имя, а подобие его имени, то все грехи, они сожгутся. Как вот кто-то повторяет Хари Кришна, но Кришны там нет, просто слова. Из-за того, что мы находимся в материальном положении, наше повторение святых имен Кришны, оно тоже материальное, у нас нет способности воспевать чистый харинам. И как, а когда мы сможем повторить настоящее святое имя, то многое откроется нам. И если мы не можем совершать вот чистый харинам, и поэтому много проблем в нашей жизни. И вот смотрите, Шрила Прабхупад говорит, что если мы находим то, что асатсанга, асатсанга, она какие-то греховные действия, какие-то оскорбления и... То есть мы должны избегать оскорблений, поскольку грехи, они так или иначе с помощью воспевания даже не святых имен, а подобие святых имен на намабхаса, они автоматически все уйдут. Но когда кто-то совершает оскорбление, это гораздо опаснее и хуже. И вот в читании Чайтамрити Бхагаван Шри Кришна, он ясно говорит, а что значит асатсанга? Асатсанга значит... И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что асатсанга значит Кришна, абхакта и йошитсанга. И вот общение с теми, кто не являются преданными Кришне, это Кришна Абхакта называется, и среди этих непреданных, те, кто совершают стрисангу, йошитсангу, иногда Гуру Вайшнавы прощают их, иногда помогают избавиться от проблем. Как я могу пример привести? Когда Гора Нитянанда, они шли в одну деревню в Шантипуре, они встретились там с Дари Саньяси. И вот читание Бхагавати это описывается. Саньяси, который жил с какой-то женщиной. Это такой Дари Саньяси. Дари значит ложный. Дара, Шуто, или санскритский вар. Вот это санскритские слова. Дара, Сута. Шуто. Дара, Шуто, и все. Все, дари мин. И вот здесь дари значит тот, кто... И бхаджан вроде бы совершает, и с какой-то женщиной непонятной живет.
И вот Гура Нитай мимо проходили, тот пригласил их принять фрукты какие-то. И вот Гура Нитай не пришли выразить почтение ему. И вот тот принес фрукты какие-то на листе банана. И после этого этот Дари Саньяси спросил Нитянанду, хочет ли тот Ананда какого-то наслаждения. Тот Агура спрашивал, что он хочет. И вот Гора спросил, что он хочет. Вот, Нитянанда сказал, что он хочет вином нас угостить. И тогда Гора и Нитянанда, они встали и убежали с этого места, и прыгнули в Гангу, переплыли и отправились в Шантипур. И комментарий, данный Шрилой Бхактивинода Тхакуром, и Верховный Господь Гора Нитянанда, они настолько милостивы, что иногда они даруют свою милость даже таким бестолковым людям из-за своей милости, но все же Бхагаван никогда не может простить тех, кто совершает вайшнава апарадхи. Те, кто совершает оскорбление гуру, вайшнавов, Бхагавана, намы, дамы, Господь, Он не прощает их. И поэтому Шрила Прабхупад давал такое наставление, что так или иначе, если мы не понимаем славы света, то есть полностью понять славу света у нас не получится без тьмы. Если мы видим тьму, то тогда мы будем восхищены светом. Мы увидим их огромную разницу между ними, и тогда полное чувство проявится в нашем сердце, и с его помощью мы можем понять, что такое свет. И поэтому сатсанга и сатсанга, если мы не поймем эти две главы, то мы не поймем. То есть, не зная о отвратительности сатсанги, мы не сможем понять величие сатсанги. И вот как же избавиться от сатсанги, это не так просто. И весь мир, куда же нам пойти? По милости Нитянанды Гуранги, вы обрели возможность совершать баджан в этой даме, и что еще вы хотите? И вот, и вот какие-то иностранцы, посмотрите, как они живут в каких-то западных странах, а у нас так много возможностей. Верховный Господь настолько милостив. Если мы пойдем куда-то, в какую-то другую страну, то увидим одни демоны, которые пытаются как-то навредить нашей духовной жизни. И такие демоны могут прийти в форме красивой лекции про Бхагаватам, иногда в форме ложного смирения или еще в какой-то форме. А сатсанга, она может прийти в нашу жизнь в различных формах, чтобы разрушить наш баджан. И далеко не каждый может понять, какое широчайшее знание должно быть у нас, чтобы иметь представление обо всех опасностях. Это не так просто. Если мы слишком беспокойны, то возможность сатсанги может появиться в любое время. И кто же спасет нас? Гуру Вайшнава не хотят спасти нас, но защита от этого – это Харикатха, это не какая-то комната или еще что-то. Это не наш счет в банке, это Харикатха. Какая-то охрана, она не сможет по-настоящему защитить нас. А настоящая Харикатха – это настоящая защита. Харикатха, она всегда будет защищать нас от Майи.
И поэтому у нас должна быть привычка хотя бы в уме совершать сатсангу. Сатсанга, она очень необходима. Джива Госвами Пата об этом говорит, что хотя бы в уме мы должны совершать сатсангу, но все же физическая сатсанга также очень важна, поскольку обусловленная душа, она не может обрести такой умственной сатсанги. Умственная сатсанга возможна только для возвышенных преданных. А физическая сатсанга, она тоже важна. Если вы не сможете обрести физическое сатсанги, я много раз говорил, обусловленная душа до тех пор, пока не увидит яркий, сияющий пример перед собой, что какой-то великий саду, как Шрила Бхактивиген Бхарати Махарадж, Шрила Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Шридхара Махарадж, вот они, видя их, чувствуют вдохновение, а когда они уходят из этого мира, то эти полуобусловленные души, они, как правило, очень часто разочаровываются. И что такое обусловленность? Это анархия, нежелательные качества. Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами так говорит, что обусловленные души полны различных анартх. Мы не можем даже сказать о них, сколько много анартх они погрузились в океан этих анартх. И для них... If you are going to express doubt, you can test with some question. We have some doubt. From outside you lock, you see, you feed one camera, CC camera, and you see what they are doing. Guru Bhaktivedanta Bhakti Bhavan Krishna, last 6 months, 8 months, one, I don't know. I never see. Camera was there. What Guru Maharaj was doing, crying, doing everything. И вот Махарадж говорит, что если чистого преданного закрыть на полгода и в комнате, то он, ему ничего не будет, он не будет чувствовать каких-то беспокойств, поскольку он общается с Господом в уме, и если его физически даже закрыть, то он не будет чувствовать никаких беспокойств. Чистые преданные, они физически здесь находятся, но имеют связь с этим, с тем трансцендентным миром, и поэтому они не чувствуют никаких беспокойств, если они даже в одиночестве находятся. You will have to buy one ticket, flight, and go there in Vrindavan, in Puri. But they can see Jagannath, Purushottama, чистые преданные, они могут видеть Джаганнатха, Пурушоттама, Пурушоттам Даму и другие дамы, они в уме могут их видеть гораздо яснее, чем кто-то, приехав физически в это место. How much blood, how much energy you will have to give, what you have done for Supreme Lord? А что мы сделали для Верховного Господа? Сколько посвящения у нас есть ради Гуру Вайшнавов и Верховного Господа? Всю жизнь мы должны быть готовы, как борцы за свободу. Или как солдаты на границе, они готовы пожертвовать своей жизнью ради спасения страны все время. March ahead, you cannot come back. Fighting taking place, border security force, having commitment, go forward, open firing, still there, fire at me. И чистые Гуру Вайшнавы, они всегда готовы оставить свою жизнь ради Ванисавы, ради Верховного Господа. Как Нитянанда, он хотел совершать Ванисаву, он сам Верховный Господь, но все же
он пытался как-то проповедовать, и поэтому Джагай Мадхай напали на него. Amar Banglar Bhai Bonera Sokole Charane Amar Pranam. You cannot speak, you have to practice. Here I got. Махарадж говорит, что нужно изучать Бенгали, тут даже какие-то политики Бенгали пытаются изучать, а у нас есть духовная мотивация. И поэтому очень хорошо изучить Бенгали. Хотя очень просто, если мы будем пытаться. И Нитянанда, он хотел совершить читание Вани Саву, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Вани Сева. Чайтанья Вани Сева, да? Это Чайтанья Вани Сева. И вот это служение Чайтанья Вани. Гауранга Махапрабху. И вот Гауранга Махапрабху, его наставление. What is the standing instruction of и какое наставление Шри Чайтанья Махапрабху? О Харидас Нитянанда. О Харидас Нитянанда, идите и проповедуйте этот харинам. В Чайтанья Бхагавате можно найти, почему Джагай Мадхай, они хотели напасть на Нитянанду. Потому что он хотел совершать читание Вани Сева. И поэтому в этом была проблема. Нитянанда Прабху хотел совершать читание Вани Сева, и поэтому Нитянанда говорил. Он говорил такие слова, воспевал вот этот киртан. В этом киртане все описывается. Шрила Бхакти Валлабх Тиртха Госвами Махарадж часто пел этот киртан, очень прекрасно, но сейчас нет никого, кто бы сравнился с ним. У меня была удача находиться с ним. Гуру Махарадж посылал меня, чтобы я смотрел, как он совершает баджан, как поет киртаны. И вот Нитянанда Прабху был там, он попросил Джагай Мадхая, чтобы те воспевали святые имена, но те обозлились и кинули чем-то в голову Нитянанды, и кровь пошла из его головы. И вот те, кто совершает подлинное читание Вани Саву, то наверняка на него кто-то нападет. Весь мир будет как-то возмущаться. И те, кто совершает подлинное читание Вани Саву, они могут быть объектом критики или объектом споров каких-то. И мы не можем этого избежать. Но все же, если мы будем решимы совершать читание Вани Севу, и все гаудия преданные, они посвятили все, что у них есть, ради служения Шри Чайтанья Вани. И вот Хирани Кашипу, он хотел, Хирани Кашипу хотел убить Прахлада. Но Хирани Кашипу не знал значения, что значит Прахлад. Что значит Прахлад? Про плюс хлад. Про значит про Кришта. А то значит Ананда. Промин, Прокришто, Ампара.
Both I can use as per Sanskrit grammar. И вот согласно санскритской грамматике, если мы это объясним, что это значит? Прохлада значит тот, кто получает вечное блаженство, ананду, все время. И вот прохлад значит вечное блаженство. Но кто может убить прохлада? Нитянанда, это имя приходит. Нитянанда, он... Нитянанда тот, кто дарует нам вечное наслаждение, и тот, кто сам чувствует это наслаждение все время. Он находится в океане нектара. И вот это ошибка Хираньякашипу, что он хотел убить Прохлада. Он не знает, что Нитянанда, он везде. Гуру Вайшнава не чувствует вечное блаженство. Это блаженство всегда с ними. Может, физически они как-то больны, но мы можем найти, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж последние годы своей жизни был болен, но это было внешне, внутри он не чувствовал никаких проблем. И вот когда эта скорая помощь приехала за Махараджем, тот совершал киртан, хотя был без сознания. И вот когда в этом в больнице эти медсестры ставили ему капельницу, то он все равно повторял харинам, он руками перебирал мало. Но эти доктора никогда не видели ничего похожего. Что ему уже 100 лет, а все равно как он ведет себя, если посмотреть на него. И признак Гуру Вайшнава в том, что если наш ум очень беспокоен, если мы посмотрим на Вайшнава, то мы почувствуем ананду. И это значит, это один из признаков чистых вайшнава. Просто увидя их, мы чувствуем блаженство. Мы не знаем, какова причина, и поэтому они чистые вайшнавы, что такое происходит. И вот Прохлад Махарадж. И вот можно вспомнить Нарада, он сказал Девараж Индре: ты похищаешь Каятху, это очень плохо, это жена этого Хираньякашипу. А вот этот Индра ответил, что ничего с ней делать не собираюсь, просто заберу ее, пускай она мне поживет, родит ребенка, я убью его и верну. Но он сказал ему, что внутри ее чрево великий преданный, он слуга Анантадева, и лучше оставь. У тебя нет права этого делать. И Индра в итоге послушал совета Нарады и ушел. И Нарада сказал ей: что ж ты делать теперь, иди живи в моем ашраме и слушай харикатху. И была причина за этим. И на самом деле Нараджи Махарадж хотел дать совет, хотел дать наставление тому, кто находился в ее чреве, поэтому он говорил Бхагаватам, но Каятху из-за своего беспокойного ума она не смогла ничего принять. Но Прохлад Махарадж, он
И поэтому Прохлад Махарадж перед Хираньякашипу не говорил лжи. И вот перед Гурудевом то, что мы узнали, то, что мы... А он спросил, когда, что, что узнал хорошего от своего гуру. И вот Прохлад Махарадж подумал, что его гуру это Прохлад Махарадж, а Хираньякашипу видел, что Шанде, думал, что Шандая Марка, два сына Шукрачари, его гуру. И вот Прохлад подумал, что если он спрашивает, что я узнал от Гурудева, это значит то, что я узнал от Нарады, а Хираньякашипу думал, что он спрашивает, что тот узнал из Гурукулы. Но Прохлад подумал, что мой подлинный гуру — это Нарада, и поэтому почему бы мне не ответить без всякого страха? И когда царь Хираньякашипу сказал, скажи, что же ты хорошего узнал от своих гуру, но Прохлад Махарадж подумал, что без Параматмы ничего нет хорошего, а Шанда Марка не учит об экономике, политике и прочей ерунде. И Прохлад Махарадж начал говорить о том, что действительно хорошо, то, что является великим благом для души. И таким образом Шрила Прабхупада дал нам такое наставление, то, что вечная ананда, она всегда присутствует. Вечная радость, блаженство, оно всегда есть, но мы слепы и не можем видеть, и поэтому переживаем из-за этого. Вечное блаженство, оно всегда есть. Оно вечно присутствует. Мы не можем уничтожить ананду. Невозможно уничтожить. Если весь мир даже уничтожен, то все же Нитянанда там. Нельзя уничтожить Нитянанду, он вечен. И вот я хочу вернуться к началу, то, что хотел сказать Шрила Прабхупад, то, что Шрила Бхактивинода Тхакур дал нам такой совет, то, что мы должны помнить, то, что мы должны всегда избегать тех, кто совершает вайшнава апарадхи. Мы должны избегать их. И передо мной, если говорит что-то плохое о Гаудиаматхе и Шриле Прабхупаде, я готов отдать свою жизнь, чтобы отрезать язык этому человеку. То есть либо я его убью, либо сам помру. Но я не могу позволить совершать оскорбления Шрилы Прабхупады и Гаудиаматхе. Я просто разоблачу такого человека. Обычные люди не понимают этого. И если я нахожусь на Вьясасане, я могу прикоснуться к Шалаграму, к Тулуси Деви. Так много неправильных сиддханты, так много проблем, так много лжи по всему миру, и никто не может понять, что кто-то уже обманулся. И в этот Пурушоттам, в эту Пурушоттам врату, и в этот картик я хочу напомнить вам. И вот Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур, и Вишванатх Чакраварти Пад Баллада Видьябхушан, все они говорят Джива Госвами Пад, Санатан Госвами Пад. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, это для обычных людей невозможно или для полупреданных понять, где правильный сиддханта, где неправильный. И перед
каким-то саду. Если кто-то говорит неправильную сиддханту, оскорбляет Гаудия-матху и Шрилу Прабхупаду, мы должны ответить должным образом. Это и есть бхакти. Если кто-то оскорбляет гуру вайшнавов, в вашем присутствии, если вы не гневаетесь, то это значит, что вы не вайшнав. Если вы не гневаетесь, слыша, как кто-то оскорбляет вашего гуру или гуру-баргу, то это значит, что вы не вайшнав. А вот остановить такого человека, дать ему должный ответ, это есть вайшнавата. То есть, а если вы не чувствуете никакой связи с Шрилой Прабхупадой и Гаудия Матхом, то это естественно, что вы не хотите как-то остановить такого человека. А кто-то притворяется смиренным и из-за этого не дает отпор всякой ереси, то это не есть Тринадапи. Тринадапи значит, если у нас есть связь с Гуру Вайшнавом Бхагаваном, то в этом случае мы будем пытаться сделать что-то для Гуру Вайшнав и Бхагавана, даже если вы... А то есть это если вы готовы оставить даже свою жизнь ради Шри Чайтанья Махапрабху, и это есть признак вайшнаваты. А просто носить малую тилак этого мало. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, так или иначе, очень важно для обусловленных душ понять, кто такой совершенный подлинный ачарья, а кто нет. Может, тысячи людей могут быть кем-то одурачены, но такой человек все равно может считаться каким-то знаменитым гуру. Конечно, против может кто-то выступить, но я могу привести доказательство, что это популярность — это не признак того, что человек подлинный ачарья. И вот Шрила Прабхупад и говорит, невежество, оно в сердцах обычных людей. Я говорю то, что сказал Шрила Прабхупад, этот цитата с его речи. И вот он говорит, невежественные люди в обществе, весь мир он полон невежества. И чтобы избавиться от этого невежества, это обязанность гуру вайшнавов. Шрила Прабхупад говорит об этом, что вот они в невежестве, они не знают, что нужно делать, что не нужно. Если гуру вайшнава, они не ответят и не найдут решение, то что за гуру ачарья он тогда? Шрила Прабхупад говорит, что если я не укажу на ошибку, на Бенгале Шрила Прабхупад говорит, и как кто-то действует как гуру, не показывает ясно, что благо, а что нет. И это значит, что человек не исполняет обязанности гуру. И вот Шрила Прабхупад говорит, когда гуру вайшнава, они говорят жестко, показывает, что правильно, что неправильно, и вот из-за своей огромной любви и заботы они говорят об этом, и это их обязанность. Если вы думаете, что это оскорбительно говорить, что правильно, что неправильно, то Шрила Прабхупад говорит, что чистые гуру вайшнавы, они не совершают оскорбления, говоря, что есть что. Как отец и мать иногда бьют своего ребенка, если он делает что-то неправильно, но они делают это из-за любви. Когда? Чистые гуру вайшнавы, они показывают подлинную любовь и заботу, и поэтому они предостерегают нас, чтобы мы не шли туда или туда. Is there any authentic person?
И как Рамануджачарья говорит, что перед тем, как где-то есть, нужно выяснить, кто готовит, и перед тем, как кланяться каким-то божествам, нужно выяснить, кто их установил, поскольку если эти божества установлены не чистым преданным, то их нельзя считать божествами, это просто идолы какие-то, и, соответственно, нужды кланяться им нет. И Рамануджачарья сказал, что любой шивалингам божества какие-то и какая-то виграха, если она установлена непреданными или какими-то смартами, мы не можем ни просад оттуда принимать и не кланяться. В моей жизни есть такой пример. Вот однажды я был на празднике Шрилы Бхакти Вайбхава Пури Госвами Махараджи, Бхакти Дживан Джанардана Махараджа. А, точнее, праздник был Бхакти Дживан Джанардана Махараджа и Вайканас Госвами Махараджа. И вот его ученики там были. И вот пригласили меня в одно место. Если бы я не поехал, они победились. И вот вынужден был туда поехать с ними. И вот нашел, обнаружил, что какие там на празднике смарты что-то делают. И что делать, куда идти, вот проблема. И вот я решил, не хочу сейчас говорить об этом, но я очень так сказал, чтобы не виделись. И вот меня на просад пригласили, я сказал, что мне не могу есть. Почему? Ну как вот Шрила Мадхава Махарадж, он ответил. Ну, ответил тем людям, которые и приглашали их на просад, но не знали, что такое просад, а что такое нет. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж ответил, что нет, это то, что человек спросил, что вы там, не саду, что ли? Вот они едят, а вы не едите, почему так? А Шрила Мадхава Госвами Махарадж сказал, что мы не саду, мы очень слабые, у нас плохой баджан, и поэтому мы не можем есть, что попало. И поэтому не обижайтесь, есть не будем. Ну, в общем, этот садха дал какие-то фрукты и цветы, и те ушли. А если бы Мадхава Махарадж начал возмущаться, что кто-то готовит всякую невегетарианскую еду и прочее, то они бы обиделись. А так Мадхава Госвами Махарадж очень уважительно сказал, и тот не обиделся, и все же Мадхава Махарадж достиг своей цели. И вот Шрила Прабхупад говорит, когда чистый Гуру Вайшнава, они ясно и четко, не двусмысленно говорят о чем-то, то называют вещи своими именами, то это не оскорбление, это забота Верховного Господь, Он видит все. Вот как в этой шлоке говорится, что хотя глаз у него нет, но он видит, и хотя нет ног, но передвигается быстрее всех. И также Верховный Господь смотрит и видит, чем мы занимаемся, и мы не можем избежать этого. У Верховного Господа бесчисленное число глаз. В Гите, когда описывается, когда Кришна явил форму Вишварупы, то Вишвана Чакравартипад поясняет. То есть в этой тысяче рук и тысяче глаз и форме, значит, не тысяча, а бесчисленные количество рук, глаз, ног и всего остального. Вот слово сахасра здесь не тысяча значит, а бесчисленное количество. Это показывает бесчисленное количество рук, ног и всего прочего. И таким образом, чтобы избежать оскорблений и прочих проблем, осквернений и прочих проблем, оскорблять нехорошо кого-то, можно вот так как-то уважительно дать понять.
Махапрабху никогда не говорил, что нужно оскорблять кого-то. Но с другой стороны, можно найти, что Махапрабху выражал почтение всем, даже всяким саньяси, буддистам. Они пытались накормить Махапрабху каким-то оскверненным рисом, но тогда один стервятник какой-то выхватил горшок с этим рисом, взлетел высоко и бросил на голову этому лидеру буддистов, и тот помер от такого удара. Вот Махапрабху так не спорил ни с кем, но так происходило все как нужно. И вот в Южной Индии сева как Кала Кришна Даса похитили практически Бхаттатари. И вот они какую-то привлекли его с помощью женщины. Такая лила была, но Махапрабху все равно с ними не спорил. И сказал: смотрите, я саньяси, вы тоже саньяси. Почему вы мешаете, вредите мне? Это в Чайтанья Чаритамрите описывается. И зачем вы причиняете мне боль? Зачем вы моего севаку воруете? Что еще буду делать? Махапрабху так говорил и не спорил. И вот они пришли с мечами и топорами, чтобы отрубить голову Махапрабху. Это там описывается. Махапрабху сказал: что такое? Я тут молюсь вам смиренно, а вы гневаетесь, пытаетесь напасть на меня. И вот и так случилось, что их мечи и топоры начали рубить их собственные руки, и они ничего плохого Махапрабху не смогли сделать. И таким же образом те чистые преданные, те, кто чистые преданные, если кто-то против них выступает, они умирают. И это 100% так, если кто-то выступает против Гауди Матха, Шилы Прабхупады, чистые гуру вайшнавов, можно увидеть их смерть вскоре, как они оставляют свои тела. Я не буду говорить об этом, просто посмотрите и поймете. Бхагаван убивает их. Прохлад Махарадж, он был... Вот Хираньякашипу пытался убить Прохлад Махараджа, но что случилось? Он не достиг никакого успеха в этом. И вот Шрила Прабхупад говорит, чистый гуру вайшнав иногда вынуждены говорить как-то жестко или что-то делать, чтобы исправить нас. И это не оскорбление. Это они проявляют свою милость. И таким образом чистые гуру вайшнавы, они берут все преимущества этого месяца Пурушоттам Врата. Это Пурушоттам Врата. Пурушоттам Врата значит Пурушоттам Бхагаван. Этот месяц назвали в честь Пурушоттама Бхагавана. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил об этом, и я хочу сделать заключение об этой врате, об этом месяце обетов. И вот говорится, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, все население, те, кто следует ведам прямо или косвенно. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, весь мир можно разделить на две категории. Кто-то чувствует вдохновение к духовному, а другие, они не имеют никакого интереса ни к чему духовному, они следуют свои собственные своей, с какой-то собственной системе, своему обусловленному уму. И все, что они хотят, они делают. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, вот Верховный Господь, он очень разумен, и он
сделал нечто для их блага. И вот есть Смарта и Парамартхи. И согласно этому вот основному разделению, Бхагаван, Верховный Господь, Он категоризировал людей на эти два лагеря – Смарты и Парамарты. Это имеется в виду ведическое общество. То есть это говорится про ведическое общество, про других не говорится. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, даже те, кто верят в Веды, так или иначе, прямо или косвенно, они тоже могут быть разделены на две группы. Одна — те, кто верят в Верховного Господа, те, кто хотят служить Ему, заинтересованы в каком-то самосознании, духовном благе, а другая группа, которая заинтересована только в каких-то кармических вещах. И вот, естественно, различные шастры, которые они организованы Верховным Господом для разных категорий людей. Почему Верховный Господь так сделал? Поскольку Бхагаван хочет помочь им так или иначе. И вот когда-то они могут обрести какой-то смысл, и пускай они пока следуют своим смарта-наставлениям, это противоположное наставлениям Парамартхи. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, иногда мы можем видеть, даже игнорируя Парамартху, Бхагаван как-то одурачивает этих смарт. И даже иногда он делает так, что эти смарты убеждаются в превосходстве своей смарты. И таким образом... И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, есть это план Верховного Господа. У Бхагавана есть великая цель за всем этим. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура смиренно говорит, пока мы можем чувствовать, пока у нас есть свидетельство, доказательство того, что мы думаем. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что согласно... Suppose your at present your situation is this. Up to this point you can realize. If I speak big with philosophy, you can realize one more. В общем, согласно уровню самосознания людей, Бхагаван их ведет. Вот кто-то может осознать вещи до какого-то определенного лимита, и вот Бхактивинода Тхакура говорит, что это организовано Верховным Господом. Мы знаем, и чтобы занять этих людей в их действиях. У них есть право до какого-то уровня, и чтобы дать им право следовать какому-то определенному стандарту согласно их уровню. И вот я много раз говорил про эту шлоку. Если кто-то специально нарушает свой стандарт, например, чей-то ачикар до какого-то определенного уровня, и согласно их праву Бхагаван, он дает возможность им, что у вас есть право до вот этого, и делайте то, или вот это, но это не значит... Вот как в Гите много вещей описывается, но кто исследует, в Гите говорится, согласно различным стандартам, нельзя кого-то обманывать, например, кто-то занят кармой. Бхактивинода Тхакура, он дает ясное наставление, настолько ясное, что никакой ачарья, и ни настоящий, ни прежний, никто так четко, ясно и не делал, и не объяснял. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, Sholo
до тех пор, пока у них есть право в этой области кармы. Понимаете, о чем я говорю? Пока у них есть право в этой области кармы, не беспокойте их. Они пускай следуют своему карма-маргу, это хорошо для них. Если нарушите их жизнь и скажете, приходите в Гаудия-мат, совершать Дирагануга-баджан, то что в итоге получится? Ничего хорошего, одни проблемы будут. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, и все же это хорошо. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, это хорошо, если кто-то будет следовать постепенной системе развития, постепенно развиваться, не прыгать через какие-то ступени, достигли одного уровня, потом на следующий, потом еще на следующий перешли. Почему я вот выбрал тему Рай Рамананда Самвад? Почему? Какова причина за этим? И вот так или иначе, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что это очень хорошо, если они будут следовать, жить согласно своему стандарту и праву. И вот если они будут следовать своей процедуре, это очень хорошо. Им не нужно прыгать, поскольку через эту процедуру сегодня или завтра, или послезавтра, или в какой-то день они получат какое-то представление об абсолютной истине, а перепрыгивать через какие-то этапы развития — это плохо. И поэтому он говорит, что Бхагаван Шри Кришна был вынужден занять Арджуну, что ты кшатри, ты воин, это естественная обязанность, данная природой сражаться, и поэтому почему ты отказываешься от своих обязанностей, исполняй. Ты не можешь избежать исполнения своего долга, природа заняла тебя в этом. И вот и различные проблемы могут возникнуть, если мы будем пытаться избежать своих обязанностей. И куча проблем возникнет в нашей жизни, если мы не будем исполнять свои обязанности, поэтому лучше следовать и так постепенно развиваться, никуда не спешить. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, хорошо, те, кто последователи смарты согласно астрологическим и астрономическим исчислениям в Солнечной системе, и вот согласно, в общем, чтобы сгармонизировать лунный и солнечный календарь, каждый, то есть в одном больше получается дней, и мы знаем, что есть 365 дней в году. Which month is which? Some months 30 days, some months 28 days, some months 31 days, you know? В общем, какие-то месяцы 30 дней, какие-то 31. According to that, и вот согласно этому все меняется. So according to that, if you are going to calculate. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, чтобы вот синхронизировать этот солнечный и лунный календарь. Каждые три года, ну, в общем, каждые три месяца лишние дни получаются. И каждый... Их тяжело разделить на 7 месяца. То есть в каждом месяце около 30 дней, и добавить их каждому очень проблемно. И вот, чтобы это было все в гармонии, каждые три месяца, каждые три года
собираются где-то иметь целый месяц лишних дней, которых некуда прибавить. И вот смарты провозглашают, что это бесполезный день, грязный месяц, лишний месяц. И в этот месяц нельзя делать ничего благоприятного, ни женитьбы, ни свадьбы, ничего нельзя делать. Все запрещено. И вот те смарты, последователи смарты говорят, что этот месяц бесполезный, ничего делать не нужно, особенно хорошего в этот месяц, очень опасный месяц. И все люди следуют этому, кто следует Шриле Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати. И вот Шрила Прабхупада и Бхактисиддханта Такур говорят вот таким образом, что те, кто парамартхи, те, кто следует пути парамартхи, они думают, хорошо, это золотая возможность для нас. Эти 28 или 29 лишних дней, от них отказались смарты, как от бесполезных, а мы можем занять их лучшим образом, почему бы не занять. И вот Шрила Бхактисиддханта Такур говорит, те чистые вайшнавы, они все время совершают баджан. Непрерывный баджан они совершают. И если мы их поместить в Америку, они там тоже будут совершать баджан, или в Рим, или еще куда-то, они все равно будут совершать баджан. Их ситуация не меняется. Понимаете? И вот Шрила Бхактисиддханта Такур говорит, чистые преданные, где бы они ни находились, они все время совершают баджан, а в то время как смарты, они отказываются от этих каких-то месяцев, а парамартхи говорят, почему бы не занять этот месяц наилучшим образом. И этот лишний месяц, он буквально плачет, что все остальные месяцы настолько славны, а от меня все отказываются, куда ж мне пойти. И вот этот Малмас, он достиг лотосных стоп Нарайны. О, Нарайна, что же делать? Найди какое-то решение. Хорошо, пойдем к Кришне. И вот они с Нарайной пошли к Кришне и попросили, рассказали о вот этом таком плачевном положении этого Малмаса. И Кришна сказал, не беспокойся, я все люди выражают почтение мне. Я очень почитаем среди людей, и ты можешь получить такой же почет, даже больше. И поэтому не беспокойся, возвращайся, я провозглашу открыто, что те, кто соблюдают и отмечают этот месяц, ты будешь называться в честь меня. И все качества, которые у меня есть, я вложу в тебя. И поэтому не беспокойся. И в те, кто следует этому Пурушоттамасу, Пурушоттамврати, он обретет великолепнейшие результаты. Если они будут следовать Пурушоттамврати совершенным образом, то они обретут великолепнейшие результаты. И я известен как Пурушоттам. Вот эта шлока, если Махарадж забыл, но впоследствии вспомнит. И вот то почет и уважение, которое есть у Верховного Господа, этот Верховный Господь, он наделил Пурушоттамврату всеми достоинствами. И это Пурушоттамврата, это буквально царь всех обетов, царь всех врат, даже Картикврата. Мы не можем сравнить Картикврату с Пурушоттамасом.
или Маг-врату, тоже мы не можем сравнить его с Пурушоттам вратой. Понимаете? Чашмат харо патитахам акшарат опи уттам ато локи беде ча патита пурушоттам. That is why in Gita. И поэтому в Гите говорится то, что харо мин харо и акшара. Кшара и акшара. Кара значит то, что будет разрушено, такое не вечное. И вот слово «кара» значит то, что не вечно, сегодня или завтра, оно уничтожено, умрет, а «акшара» вечное, не тленное. Ясмат харо отито хам акшарат опи уттам. Акшарат опи ча уттам. Уттам. И вот я наивысшая татва, акшара татва. Subject to destruction. Anytime, get destroyed. Акшара мин? И вот акшара это вечное, нетленное, нерушимое, то, что никогда не изменяет своей формы. Есть два пуруша внутри тела. Первое — это то, что мы называем «я», вот это дживатма, и другое — параматма. И естественно, дживатма из-за своих анартха обусловленного состояния она попадает под влияние майи и теряет свое положение, как я могу привести пример Аджамилы. Аджамил не был таким плохим человеком. Аджамил, он был чистым браманом, очень прекрасным браманом. И он был заинтересован в служении шилограммам, каждый день собирал цветы, плоды из леса, чтобы предложить божествам, повторял Гайтри, делал все прочее, уважал отца, мать, старших всех, выражал должное почтение всем. И как это было возможно для Аджамилы, что он пал? Что стало причиной его падения? Я уже ответил, можете вспомнить. Он упал из-за того, что не было достаточно духовной силы с Аджамилой, чтобы быть защищенным. И то же самое по отношению к нам. У нас нет достаточно духовной силы, поэтому я не могу позволить вам ходить туда-сюда в какие-то нечистые места. Я лучше схвачу вас и наложу на вас на какие-то ограничения. Если вы будете следовать им, вы достигнете успеха. Если не будете следовать, то я не несу никакой ответственности. И вот обусловленные души не могут потерять свое положение. Но Верховный Господь, его имя Ачюта. Ачюта значит тот, кто никогда не может быть смещен со своего положения, и он зовется Ачюта, и поэтому Верховный Господь, он дает силу всем. И вот Аджамила, он не имел достаточно читбола духовной силы, и поэтому, когда он пошел куда-то, увидел какую-то скверную картину, привлекся ею, поскольку обусловленные души, все ее органы чувств, они часто направлены на какие-то посторонние внешние материальные вещи. Все органы чувств, они смотрят наружу, но чистые преданные, одно из их имен — это антардришти, внутреннее видение, они не смотрят никуда снаружи, они смотрят внутрь себя, у них есть внутреннее видение, они видят там прошлое, настоящее, будущее. И вот таким образом, смотрите, обусловленные души, они не могут потерпеть
и чтобы не привлечься чем-то, вот это становится причиной их падения, как в случае с Аджамилой. У него не было достаточно духовной силы, и поэтому он пал. И вот в одном из киртанов есть такие слова, что «Господь, даруй нам духовные силы». А вот в Упанишадах есть такой стих «Наян атма балахинена лабхья». Те, у кого нет бал силы, они не могут обрести Кришны. Что я имею в виду? Какие-то люди толкуют этот стих, что нужно есть какую-то невегетарианскую еду, чтобы получить силу, но это глупо, это объяснение всяких X и Y миссий, что они едят там рыбу, мясо, и поэтому сильнее в духовном плане, но это неправильно. Читбол значит духовная сила. И если мы не обретаем достаточно духовной силы, это может стать причиной нашего падения, поэтому мы должны удостовериться в наличии этой духовной силы, мы должны пытаться совершать баджан, мы должны быть всегда пытаться занять себя в гуру севе. Кто-то может сонливость чувствовать, но что делать? Как это возможно для Рупа Госвами или Дживы Госвами, да, все 24 часа в сутки писать книги? И вот они привыкли совершать такую севу. У них есть такие трансцендентные привычки, и таким образом Пурушоттам Врата приходит к нам, чтобы даровать нам возможность совершать прекрасный баджан. Великолепные возможности она предоставляет для этого. И вот если я буду следовать это Пурушоттам Врате совершенным образом, то тогда это даст нам великолепный результат, даже лучше, чем Картик Врата. И вот Пурушоттам Врату, какие есть правила предписания, их достаточно много. Особо Санатан Госвами Пад дал такие наставления в Хари Бхакти Виласе, я говорю, с различных мест Брихат Наради Пурани, с Бхакти Виласе, с прочих различных Пуран, я говорю, чтобы вы поверили на 100%. И вот Хари Бхакти Виласа, Шрила Санатан Госвами говорит, что все различные правила и предписания, установленные Риши и Муни, те Риши и Муни, Валмики Муни, он описывал Пурушоттам Врату детально, Вьясадев, Нарад Муни и прочие Муни Риши, они описывали ее славу. И вот Санатан Госвами пишет, что все Муни и Риши, они так много пишут о различных вратах. И те обычные люди, это хорошо для них следовать своему садгуру, иначе они будут в замешательстве. Чему же следовать? Относительно еды, сна, раннего вставания, омовения и прочего. Вот кто-то может не может следовать многим правилам. Вот нужно рано вставать до восхода солнца. Перед восходом нужно принимать омовение, повторять гайтри. Есть особая мантра Пурушоттам Врату, которую нужно повторять. И вот в месяц Пурушоттам нужно повторять одну мантру каждый день, 12 раз как минимум. Если больше, то можно больше, но по крайней мере... Chant this mantra and regarding prasadam,
И вот относительно прасада, так же, так как картик-врата, мы должны следовать таким же правилам. Можно мунгдал есть. И вот мы должны есть хавишану, то, что чисто. И в этой категории можно вспомнить, что рис нужно есть. Такой пропаренный рис не нужно есть, нужно такой непропаренный рис. В общем, непропаренный рис дважды. Вареную еду нельзя есть. Вот как местный, обычный рис непропаренный. И вот хавишану можно есть, это такой кичри рис. Из потом масло есть, ги должно быть ги, а поскольку подделок есть, где всякий жир содержится вместо ги, вот молоко можно, сыр, йогурт, этот, ну в общем такие чистые вещи хавишана. Card, there is one cell insect. Better if you have white. Card, how we make it? It is one kind of infection there. You know, one kind of germ. И вот есть мнение, что йогурт не считается чистым, поскольку это закваска там используется. Закваска – это все микробы, бактерии точнее. Any kind of oil you should avoid. Mungfuli oil, I mean the nut oil, you can use some more using, but provided it is pure, you cannot put garlic. Потом горчичное масло не благоприятно в Пурушоттам Врата. Ну как в картик, тому же те же правила относительно еды. So this way, bean you will have to avoid. Эти фасоли нельзя, и прочие фасоли подобные. Но еще нужно не забывать, что главное в Пурушоттам Врата это не еда, а is approved. And Bastusar. Bastusar means Betusar. Now I will. You have to make some khichdi, you know? No time, only 10 minutes. What? You know, ghee, little bit ghee, put all sabji, you know? After that, put everything and rock salt, you know, some haldi, if you don't like to give milk, okay? I'll mix and eat. You have to take whole month. В общем, как раз говорит, есть вариант того, чтобы есть только хавишану, то есть кичри из каких-то чистых вещей каждый день. Gobi no. So this way, kumbra, you know, guard, you know, a guard in English, kumbra, you know, sweet kumbra. Kumbra actually it is not that kumbra, that's kumbra. When Keshavasmai use it for ekadashi day. Патиссоны еще можно. Патиссоны, как они? Ну, в общем, эти фрукты, овощи в сатвагуне, которые... So you cannot use according. So you can make some sabji, you can chana rasa, pravan, or you can do... No time! You have to chant. Govardhana Gharan Mandir. Gopala Goparupinam. Gopula Mahasava Isharam.
И вот эта мантра, потом можно будет посмотреть ее в записанном виде и запомнить и повторять. И вот очень благоприятно повторять во время, после Аника, до восхода солнца, думая о лотосных стопах Кришны, Парушоттама. Govardhanadharam Mande Gopalam Gopurupinam Sri Gokulaswami Gokulaswami Gokulamahaswami Ishanam Govindu Kapikapriyam. This mantra we have to chant. Вот Махарадж повторил эту мантру, нужно ее повторять. Есть еще много других мантр, но это уже... И вот завтра уже Парушоттама Врата начинается. И вот сейчас Санатан Госвами что сказал? Это очень важно. И поэтому я вот говорю много вещей, и в итоге Шрила Бхактивинода Тхакура, он сделает заключение с цитатой Санатана Госвами из Хари Бхакти Вилас. И вот Шрила Санатан Госвами говорит, что те чистые преданные, те, кто полностью контролирует свои органы чувств, они не обязаны следовать этим строгим правилам и предписаниям. Чистых преданных нельзя ограничить какими-то правилами и предписаниями, они выше всего этого, они настолько возвышены. И вот Санатан Госвами говорит, для тех чистых преданных, обычно мы видим, они заинтересованы в Шраване и Киртане. И вот Санатан Госвами говорит об этом, если посмотреть, как понять, кто чистый преданный, мы должны быть очень разумны, чтобы понять их признак. То, что они всегда заняты в Шраване и Киртане, весь Картик Врату и Парушоттама Врату, мы не можем использовать, нельзя даже 5 минут терять зря без какой-то должной причины. И вот все время мы должны слушать Харикатху, Харинам, даже когда готовим тоже. Нельзя так готовиться без должного внимания. Лучше вот слушать Харикатху или Киртаны. И поэтому и также воспевать Харинам всегда. И почему мы это не делаем? И вот этот месяц Парушоттама Бхагаван говорит, даже я не могу прославить его, настолько он велик. Одна Парушоттама Врата, ее более чем достаточно, чтобы обрести вечное служение. Но мы должны следовать этой врате всем сердцем. Понимаете? Совершенным образом. В прежней жизни Драупади была дочерью Медхариши. И услышав славу Парушоттама Врата, но которая описана детально в Валмики Муни, из Брихат Нарадия Пураны и прочих мест. И вот даже услышав славу этой Враты Драупади, она не вдохновилась, чтобы соблюдать ее в то время еще, когда она была дочерью Медхариши. И поэтому это Верховный Господь сделал так. Мы не можем сказать, что Драупади обусловлена душа. Нет. Это, несомненно, произошло по воле Йогамайи. Почему она была обречена на такие страдания? Как Сита, вот она олицетворение Лакшми, почему она так страдала? Это только по воле Йогамайи могло случиться. И таким образом, смотрите,
она в следующей жизни была очень сильно наказана. И вот когда она родилась как Драупади, это по воле Юга Майи случилось. Такова Сиддханта внешне. Много страданий в лесу, там и здесь, споры всякие и прочее, прочее, потеряла своих детей, сына потеряла и прочие неприятности происходили. Но смотрите, Кришна был с ними. Все же Драупади не говорила: «О, Кришна, ты Верховный Господь, и как это возможно, что мой сын помер?» Даже сын Субхадра, и вот Абхиманю, он был сыном Субхадра, Субхадра, она сестра Кришны, но все же помер он. Смотрите, это по воле Кришны все произошло. Как, почему мы должны возмущаться? Мы не можем так говорить, все это по воле Кришны происходит. Все, что делает Кришна, это для нашего вечного блага. Мы не можем жаловаться на это. Почему Кришна то делает или то? И кто-то говорит, если кто-то вот при Кришне умер, что же он за Кришна такой? Но мы не должны говорить так. И вот в это время Драупади страдала, и Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, согласно Брихат Нарадия Пуране, те Панчападдава и Драупади вместе с матерью Кунти, они все следовали этой Пурушоттам Врате. И у них была возможность следовать ей, и поэтому после этого все проблемы закончились. Соблюдая эту врату, они избавились от всех проблем. Но согласно Бхагавад Сиддханте, когда Кришна говорит, что сейчас ты избавилась от всех проблем, чем же ты плачешь? Она отвечает, что сейчас настоящие проблемы начинаются, хотя все наши враги померли, нет никого, кто бы мог противостоять нам. Йотишхир теперь единственный царь, но так Кунти сказала, что сейчас настоящие проблемы начались. Когда были опасности в нашей жизни, мы жили в лесу. Иногда Дурьотхан хотел убить моего второго сына, отравить кого-то, то или хотели сжечь нас в доме Ядавов. Вот в Варанаси было место одно, там построили дом деревянный. Ну, из дерева какого-то легко воспламеняющегося построили, чтобы сжечь их там заживо. И вот Юдхиштхир Махарадж был очень хитер. Он, когда они хотели, уже собрались остановиться в этом доме, то Видура был очень хитер, он дал знак, никто не понял, там тысячи людей видела, но Видура сказал так, что только Юдхиштхир понял. Вот это Кудвакья называется, это такой знак такой, вот как Ганеджи, например, ему дана была ответственность записывать Бхагаватам. Вьясадева Госвами говорил, а тот записывал. И вот Вьясадева Госвами говорил, что сказал, условие такое поставил, что если... этот Ганеш говорил, что если прекратишь говорить, я писать перестану и не начну опять. И Вьясадев сказал, ну, это твои условия. Если ты, я прекращу говорить, ты прекратишь писать, но мое условие, что если ты что-то запишешь, не поняв, то это плохо, ты должен чувствовать, что ты пишешь. И тот принял это условие, и тогда Вьясадев начал говорить Бхагаватам. Бхагаватам, она вечная, он просто проявил ее.
И вот Вьясадев иногда говорил какие-то запутанные, сложные слова, и те Ганапати сидел и думал, что они значат. И вот пытался понять его слова. И поэтому, а пока тот думал, Вьясадев занимался своими делами, и потом начинал заново говорить Бхагаватам. И вот таким образом Панчапандавы и Драупади, они в такую ситуацию попали в лесу. 12 лет в ссылке жили. Столько сложностей было, и все проблемы, когда закончились с помощью, благодаря соблюдению Пурушоттам Враты. И таким образом Кунти Матаджи, она плакала и говорила Кришне, что... А Кришна спрашивал, в чем же проблема, вы сейчас единоличные правители этого царства, и у вас не осталось врагов, но Кунти сказала, что только сейчас начинаются проблемы. Поскольку, когда у нас было много врагов и опасности, мы могли помнить тебя. И когда мы были в ссылке в лесу, мы всегда помнили тебя, взывали к тебе, Дурваса нападал на нас и прочие проблемы. И мы всегда молились тебе, о Кришна, что же делать? И вот когда Драупади приняла прасад, у нее благословение было, что пока она сама не поест, может накормить неограниченное количество людей с тарелки, которую дал Сурья Нараян Бхагаван. Но если Драупади поест, то все. И вот она только поела, тут Дурваса пришел, сказал, что очень-очень голоден, давай корми нас, а не в лесу, там, это не город, где можно пойти на рынок что-то купить, а лес, ничего не было. И Драупади начала плакать, что же делать, о Кришна, как же ты проверяешь меня, что же мне делать, мы же умрем сегодня, нет никакого спасение для нас. Дурваса очень гневный. И что случилось? Вот она плакала, и тут Кришна пришел. И вот Кришна из Двараки явился и сказал, о, Сакхи, я очень голоден, ты что, издеваешься? Тут Дурваса пришел, его кормить нечем еще. И ты пришел, ничего не осталось, а ты говоришь, что ты голоден, тут двойная проблема. Что же делать? Я очень голоден. Давай корми. Нет, ничего нет у нас. Посмотри. Вообще ничего нет. Ну, посмотришь, там что-нибудь осталось. Нет, ничего не осталось. Ну, и в итоге там увидели на тарелке остался маленький кусочек зелени. Кришна принял его и сказал, что... И попил воды и сказал, все, я наелся. И тогда все эти последователи Дурвасы и сам Дурвас, они почувствовали насыщение, как будто они объелись и подумали, что лучше не пойдем туда, чтобы не было им неудобно, что они столько наготовили, а мы ничего съесть не можем. И вот так они ушли во свояси, и таким образом Кришна спас их. И вот Драупади сейчас плакала, что сейчас ты уезжаешь в Двараку, а мы тут остаемся без тебя, и это есть настоящая проблема из-за того, что мы не можем помнить тебя. Если мы находимся в опасности, то мы можем помнить тебя. Сейчас опасности нет, и ты уходишь. Это очень плохо, настоящая проблема для нас. И поэтому, если мы можем помнить в опасности Гуру, Вайшнав и Бхагавана, это очень благоприятно для нас. И вот Санатан Госвами, он заключение такое делает, то, что те чистые преданные для них, они заинтересованы в Шравне Киртане. И в Смаране, в памятовании. Не услышав, мы не можем воспеть славу чего-то. Если кто-то совершает киртан, то у нас есть возможность слушать шраван. Это все связано
Шравана Киртаны Смарана. Санатан Гасай говорит, что те чистые преданные, они всегда заняты. Шравана и Киртаны, они не заинтересованы ни в чем, ни в каких других видах баджана и служения. Не пытайтесь давить на них. И вот это мое финальное заключение. Весь день, все 24 часа в сутки мы должны быть заняты в харинам, санкиртане, харикатхе, воспевать, повторять, помнить, можно немного спать и все остальное время заниматься служением. Если вы можете следовать таким образом, вы обретете великое благо. Все Махаджаны, Шрила Бхакти Прамод, Пури Госвами Махарадж и все остальные, мы должны помнить их. И мы не должны жить, не помня Гуру-Варгу. И можно слушать записи, как они повторяют Махамантру, но опять же внимательно слушать. Поскольку если мы слушаем невнимательно, это один из видов оскорблений. Таким образом, я говорю, кратко рассказал о славе Пурушоттам Врати. И вот вы должны помнить все это. И последнее заключение я сказал о том, что мы должны быть максимально заняты в шраване и киртане и повторять вот эту мантру Пурушоттам Врати. Read about what, because they are not going to take trouble. It is already. And they are actually. So, labdha sudarabhavidam bahusham mamante manussamartata manittama bihadira turunam jatetam mamamunit patetam mamunit vijava nisriyasaya kalho vishaya sarvatahusham mancha kalpaduru shrike vasindrasya patitanam bhavanavashan Сиддханту, который объяснил заключение Шрилы Санатана Госвамипада в Хари Бхакти Виласе, это описывается. И вот в Хари, и вот, а я только шлоку этого говорю, не объяснение, слушайте немножко. И вот Санатан Госвами, он сделает такое заключение, что Экантинаха прайам киртанам смаранам прабо курватам парамапритта криттам аннат на рочате. Фоло. И вот те, кто не заинтересованы ни в каких других видах баджана. И вот Махарадж сейчас произнесет мантры, которые используются в поклонении. Вот, например, агра-мантра. Если мы совершаем санкиртану, то это очень хорошо. Дево девам намастубхям пурану пурушоттамам гриханом аргам маядатьям Radhaya Sahitam Hare. This is Arga Mantra, Namaskar Mantra, paying pranam. Bande Navaghana Syamam Dibhujam Muralidharam Pitambaradharam Devam Saradham Purushottamam. Saradham, together with Radha. Dhyan Mantra. Antar Jyotir Antar Ratna Rochite Antar Jyotir Antar Ratna Rochite Singhasane Sangsthitam Bangshinada Vimohita Brajo Bodhu Vrindavane Shvandaram. Puspanjali Mantra. Nomi Navaghyana Syamam Питобасо самоччутам, Сривасо, Сривасо, Васито, Сривасо, Васито, Раскам, Радика, Сухитам, Харим. Мане, Номи, Навагана, Сямам, Питобасо самоччутам, Сривасо, Васито, Раскам, Ураскам, Радика, Сухитам, Харим. Говардхана Дхарам Банде Гопала Гупа Рупинам
Gokulo Gokulotsavam Ishanam Govindam Gopika Priyam. Yes, sir. This you can remember.